В Ивановском художественном музее открылась необычная выставка. Интересна она тем, что представляет собой обширную подборку экспонатов в жанре фэнтези. Более 70 живописных и графических работ привезли в Иваново из Москвы из частной коллекции галереи «Союз творчества». Художников разных по стилю и по материалу объединяет особый фантастический реализм образного восприятия. Работы условно разделены на несколько разделов. Это сказки и мифы, легенды и философия. Но чаще всего в работах переплетаются сразу несколько мотивов. Выставка получилась очень яркая, праздничная. Очень интересен художник Аркадий Петров. Представлено очень много работ. Работа художника Дырина, они очень яркие, очень красочные. И очень интересное направление именно авторской сказки, когда фэнтези, русская сказка, русский лубок переплетаются в едином контексте.